Добрый день, дамы и господа. Большое приветствую вас и благодарить за участие в нашем круглом столе. И наш ученых и общественных деятелей, и в особенности наших зарубежных друзей. Я думаю, что трудно придумать более актуальную тему для конференции, чем та, которую мы для себя выбрали. Вопросы вечные, и вечно острые, и вечно решаемые только частично, иногда хорошо, иногда плохо, касаются буквально всех, и любой страны, и любого человека. Поэтому все соображения, которые сегодня будут высказаны, они, конечно, найдут отклик среди всех нас. Я думаю, наши зарубежные гости поймут меня, если я скажу, что у нас есть определенный корыстный интерес. Мы, как страна, находимся в длительном переходном состоянии, и все, что можно извлечь из опыта других стран, как минимум нас интересует, а может быть и есть шансы на применение у нас, если эти изменения, тенденции, процессы действительно достойны того, чтобы быть поддержанными в нашей стране. Я думаю, что сейчас очень серьезный этап европейского развития, когда старый вопрос «Кво вадис?», «Кама глядишь?», он нас, конечно, в очень острой форме интересует. Запад и Европа Западная, может быть, поменьше, но очень остро все-таки стоит. Но куда все поворачивается? В свете тех новых тенденций, которые заметны в Европе. И у меня свой взгляд на вещи, и в свете тех тупиков, в которые мы зашли, из которых пока не видно выхода, вопрос, куда мы идем, он абсолютно актуально. Ну, какая-то новая социальная модель вырисовывается в Европе. И, к сожалению, очень нередко замалчиваемое состояние России, которое, с моей точки зрения, не имеет права, никакого сегодня права, называться социальным рыночным хозяйством. Хотя этим термином клянутся, как Библии, все наши руководители. Социальное рыночное хозяйство – это современное еще послевоенных эрхов, и так далее, это уже рабочий термин, понятный всем. Он имеет конкретное наполнение, конкретные вещи. И вот если это понятие на составляющие разложить, то получается так, что не по одному пункту мы очень далеко не продвинулись. Если у нас есть все-таки, хотя и не сильно развитое, но рыночное хозяйство, то уж о социальном рыночном хозяйстве нам пока говорить нет никаких оснований. Но я хотел бы еще указать на несколько тенденций европейских, которые привлекают сейчас на внимание специалистов и
что после нескольких десятилетий, ну, условно говоря, стремление к каким-то, ну, уравнительности в Европе, ну, хотя бы смягчение социальных противоречий, сейчас опять заметно усиление поляризации в доходах между высшими по доходам и низшими слоями населения. Может, она не так сильна, как у нас это что-то запредельное. Если у нас этот самый децильный коэффициент дохода верхних 10 и нижних 10%, если у нас официально признается 15-17%, то столь же авторитетно неофициально признается от 50 и дальше. И 60 и дальше. Можно сказать с уверенностью, что нигде в Европе, ни в каком социально-рыночном хозяйстве такой невероятной дифференциации нет и, может быть, даже бы и не было никогда. Но то, что в Европе тоже все-таки разрыв увеличивается. Ну, есть еще страны, где один к двум, к трем. Но уже за один к шести уже все заехали. В Америке один к десяти. Это все-таки тенденция с другим знаком, чем она была в предыдущие десятилетия. Далее, собственно, встает вопрос, а что будет с традиционным понятием социальное рыночное хозяйство в Европе. Ну, я бы сказал, что наиболее острый фактор изменения – это демографический фактор, это старение населения. И это одна из причин появления протестных настроений в Европе и попытки сохранить, ну, условно говоря, шведскую модель и вот то, что составляет трудности для Германии, Франции, о том, что слишком много пенсионеров, что их надо кормить и так далее. Но для нас-то вообще это очень грубо, очень примитивно. 50 миллионов пенсионеров и 70 миллионов работающих. То есть на каждого работающего по одному пенсионеру. Но выходы, которые мы сейчас пытаемся применить, все эти упорные, причем настойчивые, я бы сказал, с отсутствием, если не здравого смысла, то хотя бы каких-то остатков совести, это разговоры наших финансовых кругов и либеральных теоретиков, что надо повысить возраст ухода на пенсию. Чуть не до 70 лет, а 65 как минимум. Но ведь все мы понимаем с вами, что это значит лишить российское население всякого пенсионного обеспечения при нынешнем состоянии дел, потому что, по-моему, средний возраст умерших у нас 69 лет. О каком жизни на пенсии человек, который работает многие десятилетия, вообще можно разговаривать.